Лежи, отдыхай пока, не вставай, не надо. Так, так, продолжаем наводить. Чего? Он споткнулся и помер, что ли? Он споткнулся и помер. Здравствуйте. Закрыты мы сегодня. Бланш. Приветствую, дамы и господа. Поздравляю всех с прошедшими праздниками и с новым 2024 годом. И начнем мы этот год с того же, с чего мы его и закончили. Paint the Town Red. Играем, как всегда, в пользовательские уровни и, продолжая снежную тему, сегодня мы будем играть в Snowy Carnival. Такой снежный карнавал, насколько я понимаю, автор ZHB. Если я правильно прочитал, а я, скорее всего, правильно прочитал. Ну, как бы, что там? Как всегда. Убираем звуки музыки, потому что авторы не любят, когда их музыку используют здесь. Поехали. Итак, где это я? Сюрикен. Я ниндзя, как всегда. О, стиралка. Я фильмы видел про стиралку. Там девчонки туда как бы залезали и... Ладно, проехали. Ну его нафиг. Меня дети могут смотреть, так что... 202 номер. А я в каком жил? О! Это поинтереснее сюрикена. 203 номер. Здравствуйте! Он пытается застрять в машине в стиральной. Ой, иди нафиг! Ты что, дурак? Я же испугался, блин. Ты что делаешь? Положи биту немедленно. Быстро. На пол. На пол, говорю. На пол лег. Вот так. Оп. Как его унесло-то об стену. Все, выбегаем оттуда. В закрытом пространстве сидеть не камильфо. Пришибут гады. Здесь, конечно, тоже не особо разгуляешься, но больше места все же. Так. Тетка улетает с печальным воплем, потому что... Ха! Ты победил. Молодец. Так, блин, дайте мне что-нибудь. Вот эту дайте. Тык. Тихо. Ты чё? Тык. Чё это у него от башки ничего не осталось? Эй, стой ты. Куда? Ты думаешь, что я за тебя? Нет. Я тут порядок навожу. Тут вызов был. Мы приехали на вызов. У вас тут, понимаешь, беспорядки происходят. Деретесь, понимаешь. Так. Здравствуйте. Закрыты мы сегодня. Бланш. Я помог, я спас, я молодец. Ты... Нет, ты все. Я понял. Комп какой-то стоит. Системник, правда. О, замечаем швабры. Швабры — страшное оружие. Если уметь ими пользоваться. Я умею. Смотрите. Берем швабру. И пользуемся. Видите, страшное оружие, я же говорю. Так, так, продолжаем наводить. Чего? Он споткнулся и помер, что ли? Он споткнулся и помер. Ствол пустой. Ну, нормально. Из пустого можно тоже работать. В этой игре можно из пустого ствола отработать нормально. Пожарник в средневековой каске. А, это мне в ответку попыталось стволом заехать. Не надо так делать. Не надо, не надо. Классик. Бокса. Уйди. Это тоже классика бокса. Так, тут, по-моему, что-то можно взять. Держите поднос. Второй поднос. Или это тарелка, что это такое? Апельсины. Так, кушай. Не мандарины, конечно, но все равно с Новым годом. Помидор вот еще можешь взять. Кто-нибудь ел на Новый год помидоры? Я вот что-то как-то... У меня не было помидоров, по-моему. О, тут у нас хпшка есть. Замечаем, замечаем. Сейчас мне не надо, но, возможно, меня будут в дальнейшем очень сильно слегка бить. И, соответственно, нужно будет вернуться. Дом-ресторант.
Заходим в ресторан Тома. Здравствуйте. У вас тут массовые беспорядки, я слышал, происходят. Так, все, я понял, до свидания. А это за мной, что ли? А, он крикнул «Я!» и убежал дальше. Так. Мы берем нанчаки. И бэм! И все сразу понимают, разворачиваются и дёру. Не, ребят, все поздно. Раньше надо было думать. Вот. Лежи, отдыхай пока, не вставай, не надо. Я сейчас приду. Подожди, не торопись, сейчас я приду, разберемся. Давай. Все. Вот, я же говорил. А то что куда-то там? Он торопится, бежит что-то куда-то. Японский бог, тут все столы попереворачивали уже. Драка, ребят, это на свадьбу надо, а не на Новый год. Вы что? Не на Рождество. Что вы тут учинили мне? Так, на кухне всегда есть колюще-режущие. И эта кухня не исключение. А еще есть швабра. Эй, вдогоночку. Привет. Хорошо зашел. Тык. Тык, тык. Повар. Ты спрашиваешь повара? Блин. Это я начал застревать во всем этом. Есть тут такая беда, что начинаешь во всем этом застревать. Дынь, 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 дынь. Че надо? Отстань от меня. Не бей меня своим пистолетом пустым. Я тебя стулу. Стулом кину. Да блин, опять я спотыкаюсь обо что-то. Все, он про меня опять забыл. Оп, и я убежал. Так, где тут коль... А, тут есть такие вот штуковины. Они больно бьют? Они больно бьют. Тихо. Ты чё, мужик, спокойно. Чё, потерялся? Помочь? Да. Аппарат сломался раньше, чем ожидалось. Он бракованный, видимо. Знаете, еще с ноги. Блин, я же заколебался бегать. До кухни обратно. Что-то взял, принес, разбил. Цикличная какая-то цикличность. На, держи. Ну. Все. Том ресторант. Закончился. Тут, кстати, дверь. А тут, кстати, ключ. Это интересно. Никто тут в спину не забежит? Забежит. Но стол остановит его. Или ее. Заматерилась вся, Что это такое? О, я пушку нашел, ребят. Все. Тут у них среди мяса и омлета спрятана пушка зачем-то. Не очень понятно зачем, но... Для необходимой обороны вдруг. Их разрешение вообще есть, надо было проверить, прежде чем их избивать. Пу! Оп! Мощная штука. Пу! Пу! Сколько их там попадало? Тихо! Подкрадун! Боксер, подкрадун! Ну, что, твой бокс тебе помог? Чем дзюдо и карате, лучше старенький ТТ, как говорится. Так вот. Хэвэй! Воу! Идите вниз уже. Давайте оба вниз разом. Вот оба. Оба! Чего это было? Он телепортался и ржет. Кыш! И кыш! Они свои эмоции воплями выражают. Злобными. Так, где у нас было хп? А, вон хп есть. Затем не придется бежать.
Идем дальше. Что тут у нас такое за карнивал? Кстати, это снежный карнивал, а что снега так мало? Надо больше снега. Немедленно прекратить. Предупредительные все слышали. Нет? Ну ладно. Обратно лезь. Тоже лезь обратно. Громкие печальные возгласы я слышу. Так, у нас тут есть предметы, которыми можно стукнуть. Замечаем, отмечаем. Здравствуйте! Вызывали милицию? Полицию. Меня, короче, вызывали. Блин, этот вылезет, не вылезет? Стремно как. Тихо, тихо, тихо. Бригадира проститутошного вырубили. Тихо ты. Вот тебе в пузяку. И вот так еще. Блин, он не падающий. Что делать? Блин, это сомбреро меня будет подкидывать в воздух 100%. Есть попадание. Есть пробитие. А куда? Куда все? Вот тут народу тоже набралось. И все дерутся. Никакой дисциплины. Так, блин. Ё-моё. Опять я подлетаю. Деградация, гравитация, блин. Ёп, ты чё, мужик, ты чё? Тихо, тихо. Тут где-то была электрическая хрень, которую мне надо подобрать. Пусть он с желтым таким мечом огромным, эпическим. Что, охрана местная, что ли? Что-то я не помню у охраны таких вот мечей. Я и других мечей в охраны не помню. Я вообще мечей в охраны не помню. Что за бред? Так, а мне его чем бить-то? Тут есть какой-нибудь... Опа. Я думал, какой-нибудь мечик найти. Но есть двуствол. Где ты? Где ты, где ты, где ты? Привет. Как дела у тебя, чувак? Дадыщ, блин, всем лежать. Дадыщ, как он прыгнуть хотел вперед-то, а? Не получилось. Граждане, прекратите немедленно, иначе я буду вынужден. Я, в принципе, уже вынужден, но я пытаюсь сбежать жертв среди вас. Но вы настаиваете, я так понимаю, да? Дыщ. Одна башка осталась. Один скелет бе... Уй! Ё-моё, у него катана, идите вы. Он меня сейчас в капусту нашинкует. В квашеную сразу же причем. Не подходи, слышь. Я стрельну, я дурак. Ну как хочешь. Так куда я залез-то и зачем? Точно дурак. А ну отошли все от меня быстро. Боеприпасы явно не травматического характера. Так что, люди, отойдите. Я говорю. Ну как хотите. Дайте подсрачник. Ну тогда такой подсрачник. Чё? А кого? Что это за звуки? А блин, вы это слышите? Что это за звук? Где вообще? А? Что происходит? Что это за звуки? Это где вообще? Ничего не понимаю. Ну, все кончилось. Нечистая сила какая-то. Да ё-моё, куски какие-то полетели. Ты ж, ё-моё. Привет! Минус нога. Я с таким умею разбираться. Минус нога. Да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди ты знаешь куда. Это Горыныч. Горыныч, змей. Чё? Я умер? Окей. Я умер. От чего я умер? А что это вообще было?
Я ничего не понял. Так, идем сразу в 202-й, забираем эту самую. Блин, как это? Ладно. Ноги, ноги. Здрасте. Ноги. Тихо, 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 уважаемый. Тихо. Ноги. Ой, не вовремя, ой, не вовремя, ой, не вовремя, ой, не вовремя. Иди нафиг. А теперь нормально. Ах, он не убивабельный, ой, не опрокидывабельный. Блин, а у меня меч этот, нож закончился. Где-то тут была швабра. Блин, я даже не понял, от чего я помер. Что это было? Горыныч меня не прошибал вроде бы. Не понял. Но там, короче, в конце начинается дикий трэш. Там чудища какие-то лезут. Надо очень аккуратно работать, я так понимаю. С человечками-то все вроде как более-менее просто и понятно. Ой-ой-ой-ой, ты ко мне, что ли? Да, ко мне. Брысь! Ребят, мне надо торопиться, тут сами понимаете. Мне еще там эти самые всякие. Так. Ведришко. Падла, подкрался опять, подкрадун проклятый. Надо взять что-нибудь здесь. Иди нафиг. Нунчак уберем. Готов. Куда же? Ты куда взлетел вообще? Мусорник мне принес. Спасибо. Вставим тебе в межъягодичное пространство палку. Лепиздрическую. Держи. Топор. Топор весч. Так. Сюда пока не идем. Где том кафе, вот это вот все? Вон оно. Оно. Зачищаем том кафе. Здесь мы были уже. Поэтому мы здесь все понимаем, всех знаем. Нас уже все знают. Встречают. Да ё-моё! Опять подлеты на стульях, на этих, на всем подряд. Давайте, вылезайте, вылезайте. Не, вылезать они не хотят, им тут тепло. Эть! И мы занимаем кухню с огромным количеством опасных предметов. Даем, и опять подкидывает что-то. Залетаешь просто непрерывным потоком. Да дайте мне что-нибудь. Так. Отвали от меня. Тихо. Опять эти звуки? Опять эти звуки, я их слышу опять. Да ё-моё! Запутался малость, блин, я во всем и сразу же выхватил. Отойди, мужик, отойди! Отойди, мужик. Мне нужно забрать хапешечку. Да я ее не забирал, почему-то должен забрать. Блин, да что это за звуки? А, это этот, что ли? Как его? Или нет? На тебе еще пинка, блин. Совочки какие-то. У этого он палка лепиздрическая, а мне совочек дают. Чё, кого? Здорово. Привет. Очень не вовремя. Ну, запрыгивай, будем биться. Биться.
На, держи. Вот так вот. Да, блин, что-то как-то мы бьемся не очень. Ну, я бьюсь не очень. У него все хорошо. А ты куда побежал? Что-то осознал? Ё-моё, блин. Что-то подбрасывает опять. Так. Ключ. Стволяру. У меня теперь есть ствол. Уходи. Уходи, буду стрелять. Блин. А я предупредил. Как бы в стиле Макса Пейна такой взлет. Фью, вверх, и фью, и все, и минус. Че с вами церемонится? Идите все вниз нафиг отсюда. А че? А че нет-то, если да? Блин, один еще что-то там бегает. Медленно летящей пулей настигаем его. Эти там все побились. Ох ты ж, ё-моё. А это что за шноркель там ползает? Ты кто? Да блин, слышь? Ты мастер стрейфа. Я тебе ногу прострелю сейчас. Не подходи. Предупредительный по ногам. Все, на поражение буду стрелять теперь. Блин, у него все пули только кровищу с башки сбивают. Че? У него жопа отвалилась? Ну, это бывает, да. У этих такое бывает, я помню. Мне надо теперь добраться до двуствольчатого оружия. Гладкоствольного двуствольчатого оружия. А у меня 4 патрона! Ёкараный штырь. Чего тут творится-то? Дайте мне ружье, быстро! Все, бежим. Убежаем. На нафиг тебе в пузо. Магия, блин, против двустволки бессильна. Магия, хренуляги. Бдыщ нафиг, 2 патрона 12-го калибра, ё-моё, дуплетом и приветик. Оп. Да-да-да-да-да-да-да-да. Минус нога. Нафиг, с пляжа. Боксер пережил выстрел. Второй пережил. Нифига себе, а что, бокс реально помогает переживать выстрел из огнестрела? Блин, ё-моё. В боксе тренируют держать выстрел из огнестрела? А я не знал, как крокозяб. Как он сейчас начнет бегать, как шибанутый. Все, не начнет. А кто там с ним был? Не знаю, его, видимо, тоже унесло. За компанию. Ё-моё, там что-то там пышет огнем. Это опять этот Горыныч змей. Не подходи, блин. Ох, господи, грохоту-то, грохоту-то. Минус. Не особо важный. Главное, вот этого бы убрать. Тетка-то не так страшна. Че, опять жопа отвалила? Ну, ладно. Горыныч, иди к черту. А у меня патроны не бесконечные, кстати. Да иди ты знаешь куда. Минус башка, еще одна. Мне надо идти за ХП. Где-то оно было. Ну где, змей? Тугарин Горыныч. Хорошо, опрокинулся. Кстати, судя по тому, что через стенку что-то летело, там еще один. Да иди ты знаешь куда. Стрелец ворошиловский. Огнем своим. На, еще минус башка. Да ё-моё. Да ё-моё, третью. Да блин, попади. Минус, и он кувыркаясь полетел. Я молодец. Я молодец. Патроны кончились. Иди отсюда. Так, а вот у бригадира проституток у него должна была быть палка, бошка-взрывалка. Куда она делась? Ну и что, всрал? Блин, что там гремит так страшно? Я пока не буду брать, наверное. Что там так гремит-то?
Я не понимаю. Но меня это пугает. А, там крокозяб один. Тут крокозяб второй. Крокозяб. Блин. Он что, неубивабельный, что ли? Мне это не нравится. Так, а катану я не отобрал еще, да? У этого, у как его? А у кого она там была? У какого-то бородатого? Будулая. Я ее еще не отобрал, я так понимаю, да? Бик. Я вас защищаю от крокозябов, а вы меня бьете. О, башку снесло крокозябычу. Смотри-ка. Что за грохот-то? А, вон что. Че, кого? Они друг друга стали болтузят или что? С ними не так. А, там была сабля, кстати. Я саблю же видел. Под машиной. Че я туплю? О, саблей можно рубануть. Неплохо. Конечно, не катана, но рубануть может. Огнестрел, я не знаю, если там еще где-то огнестрел. Они забаговались, что ли? Да, они, по-моему, забаговались. Что мне с ними делать? Может, на троечку попробовать их вынести? А у меня не готова троечка, надо добить ее. Есть троечка. Небесная кара. Но сейчас прибегут еще эти клованы. Скорее всего. Еще не прибегут. Зато этот на меня нападет. Куда они делись? Они куда-то сдриснули. А, вон, один там вылез. Ё-моё, они... А где они? Надо вылезать отсюда. Они же подземные, да? Значит, можно забраться куда-нибудь вот сюда, и они меня не достанут. Да? Не достанут. Готовс! Да, Готовс. Сдох, бублик. Привет. А на тебе ответочку. Тварь, он меня два раза бьет. Он читер. Тот-то сразу сдох, а этот что-то какой-то, блин, подозрительный. А чем мне его бить-то? Запрыгните наверх. Да, можно. Где ты, мразь? На нафиг! На нафиг! Да попади ты по нему! Попал! Вот так вот! На нафиг! Чё, самый умный, да? Чё, самый умный, да? Слышь ты! Глиста переросток, блин! На те! Позорище, блин! Так, а тут КП осталось-то? Блин, как не так все просто, как оно казалось. Просто прийти всех замесить. Не, ну, в принципе, цель та же, прийти всех замесить. Но, блин, оно все не так просто. Тут эти вон глисты поналезли. Так. Тут еще где-то эти сейчас должны поналезть. Охрана местная. Но! Где вы? Че они не выбегают? Они же должны были выбежать. Где они? Вот они, ребят! Ребят, вот они! Они, короче, все, забаговались, им все пофиг, им хорошо. Ребята, а я сзади вас подкрался тихо, незаметно. И минус ноги сделал кому-то. А им вообще плевать, да? Так. Этому не плевать, этот пошел в бой. Надо тебе пинка еще под сраку. Заходи, мне надо выйти просто. А иди сюда. Будем биться. Давай. Все, закончился. Осталось 8 рыл. Тихо-тихо-тихо, там этот как раз-таки вот этот вот, который сатаной, тварь. Карусель, карусель. Начинаем карусель, карусель, тварь, блин, какая ты наглая мразь. Я сейчас тебя способностями втащу, я могу, я дурак. Так, а что делать-то? Оп, оп. Убираем меч, таскиваем его сюда и
и выходим. Получаем немножко места себе, чтобы было покомфортнее. И рубаем. А ему как-то... до лампочки, да? Да, ему до лампочки. А там еще палка была. Эть. Оп. И я выбежал. Вылезай, гад. Эй, по носу. Приветик. Моя теперь твоя катана. Вот тебе минус обе ноги. По самый пупок. Ребят, разбаговывайтесь. Ну, серьезно, неинтересно с вами так. Один вообще в стенку залез. Не, не один, их там... там три рыла сидело в стенке, блин. Ну вот, как-то так. У-у-у. Можно было огненные мечи достать, а я не знал. Жаль. Мог бы ими помахать по-крутому. Ну ничего, справился и так. Катана тем более мне больше нравится. Она как вдарил, так сразу минус. Горящий меч не умеет так. Ну, может и умеет, но не всегда. Дайте выйти, дайте. Спасибо большое, ё-моё. Так, теперь надо искать, где тут выход. Моргающие окошки. Кстати, там что-то есть. А, это номера, наверное, те самые, да? Да. А, вот и выход. Ага, выход в том, что нужно уехать на машинке вот этой вот. У ХДФ. Чего? Ну ладно. 157 врагов. Нехило так. Ну-ка, верните мне, пожалуйста, музыку. Итак, Snowy Carnival. Автор ZHB. Ну и что можно сказать? Уровень классный, вполне себе. Единственное, что, конечно, снега много на крышах, но мало на земле почему-то. Хотелось бы больше снега, это же все снежное. Снежный карнавал, значит, надо больше снега. В остальном вообще никаких претензий. Круто сделано. Много врагов, враги разные. Единственное, что новичкам данный уровень я, наверное, все же не посоветую. Потому что вот когда начнутся эти монстрятины все, вы можете растеряться и, соответственно, получить от них по разным местам. Вот. А если вы играете не первый день в игру, прям кайфанете, уровень отличный, рекомендую всем. Скачиваем его. Играем, ставим лайки, авторов надо поддерживать. Что ж, на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи. Не реагирует на требования обстановки.